Ну, еще там один кто-то проснулся. Сань, нажми. Секунду. Сань, слышишь меня? Просто в ПМ написывают, я не успеваю отвечать. Слушай, ну я пойду тогда делики поделаю, тогда как надо, пойдете кинешь. Хорошо. Ну и нормально. А подожди, а Дев собрал? Дело в том, что паладинам вот критично. Им нужно 540 плюс. Ну, доберешь подпозже чуть-чуть. Мой нелюбимый босс, блядь. Не понимаю. У меня у самого какое-то время назад не было капа. Где-то недели две, может, назад, поэтому я прекрасно. Пацаны, чтоб вы понимали, срез — это самый крутой корел. Должен морально. Хватит меня рекламировать. Да не, правда. Нет, наоборот. Так, я на РЧ сейчас этот, на присутствие сделаю. Секундочку. А, все здесь. Просто амбассадор не принимал. Опа. Пацаны, кому-то надо фласочку на дамаг? Я дам. Мне просто хуево гора навыпадала. Блин, забыл этот фласку на ХП. Вот вам и топ РЛ. Ну, у меня есть на характеристике. Фу. Для два приставки. Да, пацаны. Я и без этой фласки. Он просто забыл. Да я сегодня этот еле успел похавать перед РТ. А я сейчас хаваю. Приятного. Спасибо. Так, что у нас, рыба есть? Нету? Холодец здесь будешь? Ладно, не мешай, я пошел. Давай. Нафиг хаваем. Так, Владимир, ты же рестор, я же не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. Дашь еще лапу. Срез, у меня один на момент, когда гимн закастовать. Да я тебе шепну на ушко. Все, понял. Право-лево. Аннигиляторная пушка. В каком ухе жужжит? Амбассадор, не забудь покушать рыбу. Ты уже все. Ты уже молодец. Или нет? Давай посмотрим. Похоже, что нет. Так, давайте определимся, кто на второй фазе у нас хилит. А, Алисочка и срез похилит, все. Мы уже договорились. Так. Хорошо, что Моралес. Ты у нее в гостях, получается? Да, Влад, это моя жена. У кого там малой бандит орет? Это у меня. Выключите детей. Я у себя в гостях. Ладно. Успокоила. Давайте. Да какой успокоен, ему любимый мультик идет. Ну, все, прости. Это понятное дело. Лунтик, небось? Блядь, покуё какое-то. Какое-то, ты по-любому раза три уже смотрел. Че, я смотрел миллиард раз уже. Вы о чем? У меня телевизор справа от монитора. Какое-то. У меня когда племянница малая была, она все время нахуй, блядь. На репите смотрел. Так, все, давайте это. Под мордой не стоим.
Блин, надо было его метки поставить. С лица. Так, мораль. Ты у нас ответственный за искр. Пожалуйста. Мораль, а тебе что там отправил? Отведи, отведи босса. Отвожу. Витязь подложу. Амбассадор, ты чё, хил? Косяк. Вот я знал, что я что-то не проверил. Отведи босса. Немного в сторону разверни. Он просто сейчас взлетать будет. Ближе к искре идите, я отведу пока. Ну зачем вы бьете? Ну бля, вы... Так, что, давайте встаем этот и заходим под Геру. Давай, Геру. 64% уже, в принципе. Давайте, все в метку встали. Да. Ну ладно. Сейчас еще на одну искру подведу. Переходите в искру. Ага. Она забагалась. Блядь. Отвлекся на новую искру. Берни его. А че он еще раз ударил? Что за фигня? Этого я не понял. Ну че? Переводим? Не переводим? Ну, в принципе... 9 тел нормально, я думаю. Уже 8. Ну, Берни сейчас Малага. Ты прям дракона в искру кинул. Да, в смысле, он же сейчас перевелся, я как бы ничего не мог сделать. Он только опустился и все уже. Давайте в купол и погнали по пацанам. Так, прожимаемся. Молодцы. Так, Войд, морали залезли.
Гимн сейчас дашь. Литературе. Да, сейчас? Да, давай. Красавчик. Опа. Бля, как у холодец соленый пиздец. Пивка забыл, да? Слышал. Ну, на туре, блядь. А, я прям за душу взял. Ладно. Ну, это уже твой косяк. Все. Без пивка и холодец. Так, все давайте в кучу. Кто повоет у нас? Повоет? Ну, покричит, что у нас искра летит. Я просто хилить. Я мертвый. Ну, хорошо, покричи. Летаем, вон, заморали на него звездочку в индюрил. Все в звездочку встали? Не забываем щиты прожимать, если Малегас уставился на вас. Щит пятерочка, да? Пятерочка. Не забываем, набираем 3 стака, потом разряжаемся. Перелетели. Быстренько. Там один кто-то летает не в кучу, прям в кучу встань. Сорян. Перелетели. Перелетели. Щитик просрал кто-то. Щит, срочно щит. Нажал. Плохо. Я нажал. Слишком рано, значит, нажал, или слишком поздно. У тебя же ДВМ стоит? Да, не, вот именно что нажал. Он, короче, это... Ты готовил? Когда ты... Смотрите, объясняю. Когда тебе пишет, Малегас уставился на... Я знаю, там секунду надо есть... подождать, и там секунду... Ты набираешь, короче, комбо-стаки и ждешь. Как только тебе ДБМ крикнет, ты-ды-дым, вот тогда ты нажимаешь щит. Для этого мне звук надо будет включить. Да, было бы замечательно. Ты можешь отключить звуки игры? Перелетели. Вот я уже второй этот прилив на себя ловлю, максимум пол хп режет, хотя я на двух стаках нажимаю, или на одном. Да нет, я всегда нормально нажимаю, но правда, может пинга, я не знаю, у меня интернет сегодня играл, но правда я нажал. Да бывает, что-то не переживай так сильно. Прям не корову проиграл. Перелетели. Давайте пусть не ебало, просто давайте пусть. Перелетели. Давайте, вы успеете до берсы 20 секунд. Да успеют. А, ДБМ врет. Ай. Пацаны, ну 1%. Давайте, что хотите ну, делать. Ну чё, блядь, ёбаный ротик, ну, блядь. Вот как ты уламываешь, да? Ну, братуха, ну, Малегас, ты сдохни уже, а. Чуть-чуть вообще. Да ДБМ врёт, оказывается, на 20 секунд раньше. Да. Все врут, даже машины. Мать в рот, блядь, опять эту хуйню, блядь, делать. Так, амбассадор, чё, ШП, давай, иди. А ща по-нормальному переведём и... Пофигу. Давай.
Третий хил вообще не нужен. Переведем быстрее гораздо. Так, ну что, давайте. Все поели, попили. Не, подожди, подожди. Ману, регень. Я тут, но ману. Хорошо, хорошо, вон рыба стоит, регень. Все пишет, что все готовы. Это значит что? Значит, пора. Значит, все готовы. Я пока не могу прочитать это заклинание. Искра с хвоста. В искру встаем. Следующая с противоположной стороны. Лица. Че, она не разлилась, да? Ну, что-то. Так, это отойдите чуть-чуть, ага. Так, вот все, в эту встаем, геру даем и погнали. Хотел смертельный бросок напоследок дать, но что-то ярость кончилась. Облажался, короче. Так, в тот купол заходим, сейчас дыхание будет. Справляюсь. Красавчики.
Че, гимн нет? Да, нет. Пока нет. Но ты типа держи руку на пульсе, скоро, возможно, понадобится. Сейчас пока дыхания еще нет. Но, во, вот давай сейчас гимн. Ты сдал гимн? Вот, молодец. А что, через крит, как полагается? А давайте все в звездочку. Я также анонсить буду. Давай. Все, пизда ему, пацаны. Звезду нашли, стали, молодцы. Про женские половые органы не говорим. Нажимаем три раза единичку, потом двойку. Не забываем щиты прожимать. Смотрим по центру экрана. Перелетели. Перелетели. Молодец, Кустик. Только отлети чуть-чуть от сверкающей штуки. Перелетели. Куда полетели 4? Они... Перелетели. Ну, еще чуть-чуть. Перелетели. Аллилуйчик. А что, даже никто не умер? Вот так вот, настолько мощно мы хилили. Так это, пацаны, это понимаю. Вот это, блядь. Вот. А это кольцо боешка, чё, ролик? Или... Ну, давайте я его в ГГ отдам, и всё. Не, давайте не ролим. Пусть это на усмотрение РЛ. Ну, в смысле, ГМ. Я вот прошлую боешку да так же. Рольте, рольте, бля, десятки это ваше все. Ну ладно, рольте, хрен с ним. Поможете рыло дать, пускай он вам фласки покупает. Можете поролить. Ваше мнение. Понимаю, она. Она в принципе-то на кого? На рогу, на ханта. У нас как бы нету ни роги, ни ханта, так что. Так что можете ролить. Ну, так себе, но идет, в принципе. Дарвеллу отдайте, он вам по-любому фласки не купит. Ну ладно, Тёма выиграл, пусть остается у него. Честно выиграл. Можно. Я помню, как я с этим кольцом объебался, короче. Надел его, что ли? Не-не-не. Я купил его Денису за 25. Он сказал, типа, ладно, дорого, но куплю. Потом я вижу, челик продает, короче, за 20-ку. Я такой, покупаю за 20-ку, думаю, ну за 25-то продам. И все, их не покупают за 25, короче. Я еле за 20 продал за ту же цену.